Шея, да? Пригреть змею на груди называется. Вот она. Капец. Ой, фу! Фу, Ну, как зачем? мешок резиновый. Зачем я ее потрогала? Ой, у меня такая же елка есть дома. Вы ее что, не поливаете, что ли? Что она у вас высохла, Сереж? Ты что ее не поливаете? Можно, да, и стаканчик? Бедная. Сейчас согреется, будет бегать. Ярослав любит красную рыбу. Будешь красную рыбу? Красные змеи. Ну, уже все. Ты что, не мог Красную сказать, икру, красную понимаешь? змею, красную рыбу. А кто ее делал? Сами делали, да? Да, садились сами. Не, ну если не кусается, так это. А да, может, столько стоишь. кусается. Он снимает на видео. Эй, на чё, ко мне в под пиджак полезла? А? А я не шумею. В азбуке вкуса, да, работает? Раздел куда? Давай. А я как хлебушек порежу, как Короче, я Ну чё, куда на том? Оно жесткое. Да, животное, вот тебе на. Животное. Это животное или не животное, или насекомое? Это просто царство животных. Вообще-то три царства. Опа. Животные, растения и грибы. Что-то она упала. Также небесное царство. Небесное царство, это, по-моему, про грибы. Ну ладно, короче, хватит. Ты ее не убираешь, сейчас прямой эфир еще включу. Сейчас я нарежу вкусно. Короче. У нас лопачка, я встал же вместе. Террариум. Сольно, но я не готовил. Я не знаю, что ты готовишь, если честно. Вообще, как можно просто соль и сахар. Что-то она падает. Может быть, да? Так, будьте ножки, я не пользуюсь.